Андрей Галущенко с позывным Эндрю. 2 года назад он погиб во время боев в Луганской области. Сегодня его память почтили в родном лицее. Больше в сюжете наших корреспондентов. Минутой молчания лицеисты, родственники и знакомые почтили память Андрея. Мать бойца Зоя Галущенко вспоминает о своем сыне как о герое. И когда со временем я спрашивала своих сыновей, потому что младший тоже закончил этот лицей, не сердятся ли они, что мы, родители, сократили им детство, они сказали, что нет, потому что здесь их сделали настоящими мужчинами. Имя Андрея Галущенко увековечили на мемориальной доске на стене одного из корпусов Киевского военного лицея. Самое завдяки таким, как Андрей. Именно благодаря таким, как Андрей, мы сегодня имеем возможность здесь жить мирно и спокойно. Не жалея жизни и здоровья, Андрей и его товарищи сделали все, чтобы мы сохранили независимость. Нашу страну отстояли свободу. Его подвиг вдохновляет нас всех. И воспитание молодого поколения, будущих защитников родной земли, всегда будет базироваться на их подвигах. Выпускник военного лицея проносит гордое звание кадета через всю жизнь, отмечает исполнительный директор кадетского содружества Евгений Смушков. Даже я могу вам показать. Это погон, который я ношу у сердца. У каждого выпускника такой есть. Это наша святыня. Мы считаем себя кадетами всю свою жизнь. Есть у лицеистов еще одна традиция. В честь погибших в зоне АТО товарищей они высаживают деревья, как символ продолжения жизни и вечной памяти. Теперь на аллее появилось дерево и в честь Андрея. Тамара Кононенко, Игорь Каркадым, ЮАТВ.